Сегодня в первую очередь я обращаюсь к подростковой аудитории. Эта замечательная книга написана мамой совместно с дочерью Бетти Вестера и Наоми Тимон. «Я бы так никогда не сделал». Книга вышла в издательстве «Самокат» в 2019 году. А в 2013 году она удостоена литературной нидерландской премии «Флаг и вымпел». Замечательная книга рассказывает о том, как нас вводят в заблуждение фокусники, как на нас действует реклама, как порой мы подчиняемся влиянию людей, тех, которых не только родственников, родных слушаемся, а и порой незнакомых людей. Как выйти из этих цепей с помощью тестов, которые вы можете провести вместе со своими одноклассниками, вы узнаете, почему все так происходит. Познай самого себя. Говорят, даже на стенах храма бога Аполлона в свое время была такая надпись: «Познай самого себя». Что скрывается в этой фразе? До сих пор философы рассуждают и будут, наверное, рассуждать до скончания веков. Узнайте сами себя, читайте книгу «Я бы так никогда не сделала».